Всем привет, с вами по-прежнему Ронин в продолжении летсплея по игре Вилпиньята. Да, именно такие эмоции у меня вызывает эта игра с недавнего времени, с тех пор, как я скормил свою любимую стрекозу какому-то тупому голубю. Итак, какого животного у нас еще нет? Джамиллион. Может быть, все-таки арахнида пригласить? Я понял, что надо. Бред, изи нафиг, пони. Почему попугай к нам не приходит? Почему не приходит к нам попугай? Он слишком крут. Ну и ясно. Вот, бам-бум, бам-бам. Так, что ему надо? Ага. Он должен проиграть эту битву. Но как? Я даже не знаю, как его сделать. Я чувствую, что скоро у меня тупо кончится терпение, и я... Да, оно уже кончилось. Да, теперь я знаю, что нужно делать. Visit Resident Romans. Должен съесть лягушку. Ладно, будет себе лягушка. Всем будет лягушка. В сущности, что мы теряем? Лягушек всем. Охотница, а достань-ка мне самую сочную лягушку, что у тебя есть. Опс, секунду. Ладно, продолжим. Меня спрашивают, почему я ржу, когда вижу знак бесконечности. Ну, на то есть свои причины. Так. Смешно даже, когда я его вспоминаю. Так, мы заказали лягушку, кажется. Можно было бы сказать еще и... Еще лягушку и еще и... Еще мышку для этой змейки. И что-нибудь вообще такое замутить, такое адское. Ну, мы просто домик себе построим, и все отлично, будет замечательно. Зашибись просто. Еп. Да-да. Не проблема, сэре. У меня все больше ощущение, что он испанец. Распада, но это просто какое-нибудь испанское словцо. Я надеюсь, что змея лягушка будет жрать вообще без всяких там проблем. В конце концов, вот допустим, идешь ест ведь червей. Вот, конечно. Боже, как можно раздавить тритона? Ладно. Проблема тритона, в конце концов. Я так считаю. Посмотрю, какие еще какой-нибудь читок. Я задолбался. Все, все, хватит с меня. Я слишком много времени потратил на всю эту фигню, чтобы ее разгадать. И теперь я буду просто-напросто следовать советам. С другой стороны, почему бы и нет. До всего этого догадаться самому почти нереально, согласитесь. Эй. Да, я думаю, вы согласитесь. Чертовски права, что снова меня завела сюда. Теперь мне нужна другая змея. Так, а также... Что это? Батонка. Эй, ты, воробей. Воробей, проснись.
Тем более, что поспать тебе все равно не удастся при этих сладчайших звуках дреля. Удивительно, не правда ли? Канарейка к вашим услугам. С наклейкой на филейной части. Done. Who is a clever gardener then? You've changed your pinata into another species. Species. Ну где же достойная меня награда? А? Эй, где достойная меня награда, слушайте? Боже. На себе. Не, ну это как-то чересчур мрачно. Ладно, не суть. Так, что еще можно сделать? Да, спасибо. Спасибо, дамочка. Дамочка, благодарю. Теперь еще одну рыбушку поймай мне. Да, да, я все правильно сделал. Так, если не ошибся. А я мог. Где лягушки-то? Вот лягушки. Так, окей, поймает. Определенно поймает. Так, можно еще себе этого, того самого, которого тритона. Нам предсказывали, что можно сделать из него саламандру, и я знал, что, скорее всего, саламандра появляется из тритона, но не мог понять, как ее сделать. Но теперь я знаю, как это сделать в любом случае. Кончился волк. Builder by Congestor! Очень интересно, какой там интерьерчик вообще. Нормально такой интерьер. Ладно, пошел дальше. Разрывают секреты игры. Есть еще одна идейка. А идейки есть всегда. Такс. Причем идейка, которую мы можем провернуть прямо сейчас. В данный момент. Hello? В конце концов, я понял, что игра основана на... Точнее, финал игры это рандом. И я не вижу смысла ее продолжать. Вообще не вижу смысла. Так что я буду делать все. Все по плану. Слишком уж это сложно до всего догадаться самому. И практически невозможно получить... самого крутого пиньята. Ну, я имею в виду не дракона, который появляется случайно, а именно самый крутой пиньята. Насколько я понимаю, это лев. Приготовим лопату. О, это не сработало. Ладно, попробуем еще раз. Почему бы и нет, у нас полно денег. Так, чтобы уж совсем много, но все-таки достаточно много. Или сработает. Или не сработает. Никто не знает наверняка. Ты меня пугаешь. Ха-ха-ха, да. Таки да. Таки все. Все так, как я и планировал. Боже, это безумие. И что? Награды мне, награды. Или все награды? Слишком мало. Слишком мало для меня. Ну, теперь тебе придется поймать еще одну лягушку.
Ну, согласись, до этого добраться нереально, поэтому я как бы и пользуюсь такими вещами. Абсолютно реально. Шестая змея, выползай. Выползай, если тебя рвотенка. Она тебе понравится. Да я же говорю тебе. Чё встал-то? А зря я, конечно, лебедей продал, может, нужно было их для этого замутить, для крокодила. А их продал. Так я глупо сделал. Окей, с лягушкой все считать кончено. Да, истинно так. Время для необычных растений. Пожалуй, это самая насыщенная серия последних нескольких. Из последних нескольких, в общем. Назовем это так. Это раз. И возвращаемся. Так. Нет. Нужно выстрелить где-нибудь подальше, например, здесь. Почему оно не соглашается расти здесь? Где ему самое черт побери место? А, у нас была одна банка меда. Одна банка меда у нас была. Ладно, я согласен. Хорошо, хорошо, будет тебе все, все, что ты захочешь, все будет. Ладно, продолжим ловить пиньет. На этот раз нам нужна пиньета подороже. А именно, тритон. Кроме того, нам понадобится обмен. Exchange. Кстати говоря, бронза, серебро или золото влияет только на вероятность обмена, не на что более. Ну-ка, это что такое? Ух ты. Понятно, в чем суть. Well done. You attracted a buzzinch. 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 Ну что мне надо? Вообще не ясно. Мне нужен новый уровень. Блин, я не знаю, может закончить, что ли, летсплей совсем как-то ни о чем. Честно слово, ни о чем. Итак, лягушка сваливает вон туда, сваливает. Где другая змея? Змея готовится ее встречать. Змея ест лягушку. Нам нужна утка. Оба-на. Заходи, заходи. Да заходи ты. You're gardening. Тунстун. Где больная пиньята? Ну и вылечи ее. А где растение? Прошу прощения, но где растение? Трансформайс! Вот и все. Слушай, не, ну я не понял. Ты, я тебе сказал, съешь лягучку, чё? Чё
что так сложно для Бучку съесть, да, я понимаю, ты там все дела, там, гуманист такой гордый, да, все дела, но нужно же съесть, это, понимаешь, для продолжения рода самая важная вещь вообще, есть нужно, и все, никаких, никакой совести нет, вообще никаких проблем быть не должно совсем. Окей, вот и наш тритон. Что вам понадобится теперь? Так. Ну-ка, новые семена. Орчит. Хрен его знает, что такое. Так. Нам нужно что-нибудь... Типа перчика. Вот перчик. Понимаешь, да? Нет. Я не помогаю незнакомым людям. Ты что, не знаешь? Боже, медведь, обязательно тебе нужно было сюда подойти, черт побери. Надо сказать, что это совсем не похоже на Дельтона. И тем не менее, даже нет. Две змеи хотят спариваться. Что может им помешать? Плохая погода. Очевидно. Она очень часто оказывает влияние на плодовитость. Ну вот еще что может им помешать. Если одна из них загорится, то они не смогут спариться. Теперь мы это знаем. Будем принимать его внимание. Ну ладно, в любом случае, я думаю, что всем этим мы займемся в следующих сериях. Черт побери. Я не знаю, конец игры зависит от рандома. Так что, пока что всем спасибо за просмотр. Хотя я думаю, что с змеей мы спарим все-таки. А потом закончим. Да ё-моё. Слишком просто. Такс. Отлично, мы победили. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был Иронимус, всем пока.